ковер номер два готовится к прогону Логачева. Конечно, 60 плюс нормально зарядилась. Она всегда 60 плюс видит. 2 минуты осталось. Сразу хочется огорчить всех девушек, которые принимают участие в сегодняшнем долгом идеале. Все складки проходят по круговой системе. Ковер готовится Литовченко, Кузнецов.
Сашка, Сабмишен-то давай уже какой-нибудь. Время. Стоп. Лёх. Может, здесь какой-нибудь поясок, что-то? Окей. Да, поясок. Я возьму. Сначала, давай, победителя определи. Роль спортивных аварий. Два победила Юлия Кузнецова. Запиши, что это.